15 тысяч случаев за неделю. В регионе стремительно растет заболеваемость ОРВИ. Данные представили в Роспотребнадзоре. С 8 по 14 января в Омской области зарегистрировано 15 075 случаев. 89% из них – вирус группы А. Помимо него выявляют вирусы негриппозной этиологии, коронавирус, вирус гриппа Б. Омичам советуют не отправлять детей с симптомами в школы и детские сады, сразу обращаться к врачу и соблюдать профилактические меры. Аналогичные рекомендации касаются взрослого населения. Не стоит распространять инфекцию на работе. Лучше уйти на больничный.